Вот все здания, которые вон вот стоят, видите вы? Я строил. Это маленькое-маленькое здание. Раз, два, три. То здание я построил. То здание, это больница, восьмиэтажная, я строил. А вот дальше самое-самое высокое здание. Это гостиница. Шаратон, знаете вы? Да. А чем сейчас занимаетесь? Сейчас расширяем Кнессет. Не хватает места для депутатов. А сами вы откуда? Как сказать? Сам из Белоруссии. Минская область, город Слуцк. Да, в Слуцке? Да. А где именно в Слуцке? Как объяснить? По улице Ленина. А где на улице Ленина? Вот проста, улица Ленина. Вот улица Ленина. Иду я прямо. Здесь парк большой. Здесь конец Беларусь. А здесь стоматология. Дальше перехожу дорогу. Большой, огромный универсам. Поворачиваем налево. Вот мой дом 10-этажный. 219-й дом. Поднимаюсь на 6-й этаж. Вот моя дверь. Большая деревянная дверь. Обобита коричневым дермантином. Такой дермантин приятный, мягкий, такой нежный, красивый, мягкий, утепленный. А помните звонок? Звонок. Ой, пшеминут, да. Вообще-то было мое пиво. Пошел ты нахуй, Москва слезам не верит. А кто сказал, что моряки большие пьяницы? У меня получилось, что... Тут группа съемки, ребята. И вот получается, что я имею возможность себе поздравить. И со всего хорошему, которое что это, сама чувствуешь и знаешь, что я тебе люблю хорошо. И наша семья, как она растет, и будет расти. И я буду добиваться этого, чтобы она была счастливая и счастливая. И я тебе целую на всю мою жизнь. Я тебя люблю, 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 люблю. Дорогая любимая, слышишь, я поздравляю тебя с 8 марта. Я просто волнуюсь немного, чтобы ты была всегда такая красивая. Я тебя люблю, ты слышишь? Целую. Епископ Март, си санатуаса мульцане на интес дориаск, ши поменьше халар дели бай. Я тебя очень люблю. Целую, обнимаю, все, давай, пока. А ты как хотел. Да, здравствуй. Здравствуй, Март, ты камера. А чуть про женщин, а? Про женщин? Классная тема. Начнем? Давайте про жен. А ваша жена что любит на 8 марта? Хороший букет цветов, ландыш, красивый. А ваша? Жена моя тоже цветы любит, духи. А ваша тоже цветы любит? Наша кое-что другое любит. А что, если не секрет? Хуй большой она любит. Толя, она красивая? А какого роста?
Такого? Алло. 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 Наташенька. Кто это? Это Золя. Ну, моя любимая, хорошая, заслушай. Тихонька, дорогая моя. Я тебя люблю. Золочка. Наташенька, слышишь меня? Здравствуй, Наташенька. Кошка моя. Зубы не могу сказать. Не понимаешь. Зубы нет своего. Паша, Паша. Привет, Натусик. Поздравляю тебя с 8 марта. Здоровья тебе, счастья, а главное, много-много терпения. Я тебя хорошо понимаю. На меня тоже такая тоска находит, что просто не моготу. Так хочется домой, запрыгнуть тебе под одеяло. Но потом подумаю, прикину, посчитаю и стиснув зубы, терплю дальше. Так что потерпи и ты, моя дорогая. Крепко тебя обнимаю, целую, люблю. Что ты сказал? Ну? Заплакала она. Поехали. Алло, Наташенька. Ha 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 ha